Всем привет! Сегодня у нас матч Ронни О'Салливана и Нила Робертсона. World Grand Prix 2021 года, финал. 13-й фрейм. Ронни О'Салливан проигрывает со счетом 5-7 в матче до 10 побед. Конечно, он не намерен сдаваться, а продолжать борьбу. Пока что идут отыгрыши. Ошибся Нил в отыгрыше. Вступает Ронни в атаку. У него хорошая позиция для начала. Есть где разгуляться. Отличный конец с красным сделал Ронни. 34, 42, 50. Не, сейчас цветной является фреймболом, и Ронни может сократить отставание до минимума. Закрепил победу во фрейме, и есть шанс сделать сотенную серию. 82. Не повезло немного. Удалось сделать сотню, ничего страшного. Сейчас мы перемещаемся в 15-й фрейм. Счет уже равный, 7-7.
Виновато сыграл Нил. Вон. Ну, этим воспользовался Ронни. Отличный шар забил. Очень тяжелый был. Смотрит на черный. Но пока сомневается. С ударом и выходит на синий. Проблема черного шара еще остается актуальной. Непонятно, проходит ли он куда-нибудь, в какую-нибудь из луз. Справа, слева направо проходит. Судя по выходу, отличный удар. 53. И Ронни наконец-то вырывается вперед в этом матче. Довольно долго, продолжительное время он догонял Нила Робертсона. Не сделал сотни и в том фрейме Ронни, но главное, что счет достал в его пользу. 8-7. Потом Ронни выиграл еще один фрейм. Счет стал 9-7. Выиграл затем Нил фрейм сотенной серии. Как мы видим, получил Ронни шанс закончить этот фрейм и матч. К матчболу осталось сыграть не так много. И еще пополнит одним титулом в копилке Ронни О'Салливаном рейтинговый турнир.